Папа, ну что ты там дергаешься на турнике? Сильному это не надо, а слабому это не поможет. Папа, а я тебя мою. В смысле не поможет? То есть вы намекаете, что я слабак? Папа, ну как тебе помягче сказать? Ты уже не молод. Мама, Таша, я... Ну нет, вы реально думаете, что я стар? Кто так думает? Нет. Папа, ты суп читал. И это я слышал от родных детей? Су, не заводи папу. Видишь, как у него нервишки пошаливают? Давайте-ка проверим мою физическую форму. Какие у вас там нормативы? Ты кто такой, а? Что ты можешь? Ты никто, понял? Сейчас я ваши нормативы на раз-два, как семечки. Старт! Внимание! Папа, рано начал! Что такое? Что уже не так? Милаша же свистнула. Милаша, а ты не свисти, а то подписчики не будут расти. Ребята, кстати, досмотрите это видео до конца и ставьте лайк. На старт! Внимание, марш! 10 кругов! Упс, я, кажется, таймер не поставила. Ну что, я выполнил норматив? Папуля, надо еще пробежать. Я таймер забыла поставить. Что? Да, мама. Почему долго? Папа сдает школьные нормативы. Скоро будем. Пап, мама сдает кушать. Побежали. Девочки, вы куда? Постойте, подождите папу. Папа, ну ты скоро папа. Ага. Папуля, что-то ты там не паха. Лифт не работает. Ну что, бабуля, пошли пешком. Мам, мы пришли. Девочки, почему так долго? И где папа? Мам, лифт сломался, поднимались пешком. А папа мало тащил. Отлично. А у меня как раз осталось для него много каши. Ребята, регулярно занимайтесь физкультурой со своими родителями. Больше времени проводите на свежем воздухе и укрепляйте свое здоровье. Всем пока, и до свидания.